Всем добрый вечер. Пришла с почты, видите, красная. И пришли три посылки. Причем не мне пришли. На бумажках было написано мое имя. Тарантина Анастасия Александровна. А посылки пришли с Аникедзе Ильи Романовичу. Это у меня сын. Это ему пришли. Ну, извещение написали, так как посмотрели адрес мой указанный, извещение на меня написали. Давайте мы их сейчас откроем и посмотрим, что же он там назаказывал себе. Себе, ну, он говорит, друзьям заказывал, поэтому посмотрим. Так, в пакете больше ничего нету. Сейчас откроем и посмотрим, что же здесь. Чехол. Здесь, ребята, чехол на iPhone 6. Вот такой вот. Ну, сейчас мы откроем его, проверим. Вот такой вот чехольчик на iPhone 6. Так, и положим обратно в упаковочку. Он сказал, что тут все три чехла пришли. Ну, сейчас откроем и проверим, правда или нет, что тут все три чехла пришли. Нормально, извещение пишут на меня, а посылки сыну приходят. Так, тут пусто в пакете убираем. И здесь, да, еще один чехол. iPhone 5. На iPhone 5 сын сказал. Не знаю, вот такой вот обычный черный. Ну, по качеству такой приятный на ощупь. Плохо на мой маленький телефон. И третью посылку откроем. Так, тут пусто. И вот такой вот чехольчик. На iPhone 6 его даже открывать не надо, он такой вот. Сверху тут позолоченное, тут позолоченное. Такое ощущение, что девочки. Так это у что первые сестер... девочки, что второй для девочки. Это у друга сестра. Черный только вот для мальчика. Вот это у него, а это два сестры. Ну вот так-то ничего, но вот опять на мой не подходит, у меня камера другая. Я себе нынче, смотрите, какой чехол взяла. У меня так... престижно, у меня камера получается сбоку. И вот так вот у меня теперь выдвигается, и я могу снимать. Видите, из-за своей камеры тяжело найти чехол. И вот такой вот я себе нынче взяла чехол. Черный, правда. Ну, мы и на этот рады. Че трясешь, стоишь? Это Мася. И еще хотела сказать, тут мне недавно написали в личку, что хотели бы отправить детям подарки. И не знаю, где адрес взять. И спрашивали у меня адрес. Так вот я хочу сказать, если кто-то что-то хочет... Я, конечно, ни у кого ничего не прошу, но если кто-то что-то хочет отправить... У нас всегда есть в описании, мы вылаживаем адрес. Потому что у нас бывает, приходили вот тут письма, читали их. И в эфире, правда, не читали, но вот... Теперь будем читать, стараться в эфире будут ребята читать. Илья будет читать, тут стоять. Будем читать и будем показывать все ваши письма, посылки. Если кто-то хочет отправить, то всегда в описании есть адрес. Ну вот на этом вот такое вот сегодня у нас видео было интересно с тремя чехлами. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь под наш канал. Ссылки постараемся оставить, да, Илья? Ссылки оставим под видео. Илья мне даст, я оставлю. Вот так вот. Всем спасибо за внимание и всем пока-пока.